Не, ну контент, как обычно, конечно. Супер. Прыгай, братан, не бойся, прыгай, мы тебя поймаем. Не хочу, не буду прыгать. Я сейчас упаду. Да прыгай, братан, все свои, чё ты. Видите? Вот я не женатый, я человек серьезный. Я супер сотка. Прыгай, братан, не бойся, не очкуй, ты же мужчина. Погоди, не по-моему, прыгнуть хочет. Да, он хочет, но боится, и он лох, фу на него. Прыгай, братан! Насрал. Какая ламода, забудь вообще это слово. Все, никакой нахуй. Я купил супер сок, а мне теперь не дала моды. Понял? Розыгрыш. Мимолетного ебал. Я хочу панели. Посмотри, я скинул фотки. Тупой пи***. Можно слушать нормальную музыку. Да, можно все слушать. Ты умер. Я ебать мусорок. Все, изи. Изи. Заебал игнорить. Летает за 200 рублей. Что такое хоккеист, братишка? Я тебя никогда не ну. Ты всегда... 3-4-5-0-5. Продолжай дальше радовать нас своими стримами. От чистого сердца желаю всего наилучшего. Спасибо, Рокер. Спасибо большое вам. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Несмотря ни на что. Хочешь, я мертвую сделаю петлю, смотря. Сука, чуть-чуть не получилось, не подрасчитал. Ебать, лох, сейчас он ебает. Все, смерч. Нифига себе, ты че, антибаба? Все, дружок, ты, по-моему, приехал. Ну чё ты, девочка? Все, да. Бан. Ну да, это было легко, согласен. Вена! Мы тебя слышим. Помогите! Дай нам знак. Заткнись. Если тебя держат в заложниках, Росгвардия уже едет. Скоро мы тебя спасем из рабства этого старого извращенца, который переодевается женщиной. А боже, ЖС, Говпортал 2. ЖС, ЖС, это просто ЖС. Здорово, работяги. Добро пожаловать на скинозавод. У нас тут все просто. Посередине баланс шестеренок. Их тебе сразу же 1000 штук насыпет. Слева конвейер кейсов, стреляй по кейсам и смотри, что внутри. Одно открытие стоит всего 10 шестеренок. Справа скиногенератор. В нем раз в 2 часа производится бесплатный скин, который можно улучшать за шестеренки. Твой прогресс сохранится до конца осени. А снизу мастерская, там наша шаурочка чинит получаемые на заводе скины и помогает их вывести в твой Steam. Ссылку на временный скинозавод на Epic Drop я оставил в описании. Получи 1000 шестеренок за регистрацию и осеннюю операцию с халявным ножом бесплатно. Сегодня, кстати, финал, осталось 5 миссий, да, сука? 5 миссий осталось, пасеки, хайп. Это батуашка, смотря. Не будешь бриться в ванной, я не буду пердеть. Ты будешь мыть посуду, а я валака сосмотреть. Не понял. Ты снова подрубил. Я же сказал, я тебя не ждал. Афай, Петрушка, и шаг, и шаг, нет. И шаг, нет. И шаг, и шаг, нет, и шаг, и шаг, и шаг, нет. И шаг, 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 нет. И шаг, и шаг, и шаг. Сегодня финал. И шаг, и шаг, и шаг, нет. Рот закрыла, дура, сука.
Спасибо, Марджанджа. Спасибо, смотри, смотри, время истекает, смотри. Время догорает, смотри. Смотри, время исчезает, смотри, время догорает, смотри. Да-да-да-да. Купил мэр... Блять, Меркедес. Здорово, долбать губастых. Как же ты хуёво на гитаре играешь? Три аккорда выучил за всю жизнь, не бренчишь. Ладно, не рептина, покажи свой плечо лучше. Пожим этот остатком волос на твоей тупой головичке. У меня сейчас волосы отрасти, сука. Больше, чем у тебя. У меня сейчас волосы больше, чем у тебя на яйцах. Прическа, пиздец, расчески, смотря. Итак, вашему вниманию, смотря. Вот такая у меня сейчас прическа. Я сейчас отращиваю, смотря. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я сейчас отращиваю, смотря. Смотри, время догорает, смотри, время исчезает, смотри. И чё? Вот моя прическа, супер, 3D прическа, и чё? Ты су... Чё смеёмся, уебан? Чё смешного, дура? Он уже знаешь, какой стал? Какой я тебя попросил показать прическу? Такое ощущение, что ты головой чистил все самарские сортиры весь день. Из дома какие-то не настолько уебишно, напомни, сколько творит. 2500. Room clear. Да кто, блядь? Кто? Ты чё, блядь? Контролирует падение. 3-4-5-0, да ёбаный. Как дело? Ты долбан, тупорылый, блядь. Как дело? Урод, как я дело? Сюда час шёл, как блядь. Дело? Как дело? Кусок Гоуна будет лучшим стримером, чем ты. Серьезно, у стримеров есть срок годности. Ты проебал момент, когда надо бы измениться, когда нужно сделать что-то новое. Ты застрял в прошлом и обречен на смерть. Нет, это не у стримеров есть срок годности, это есть у вас срок годности. Здорово, дебил! Я заходил 4 часа назад. Ты был на этой миссии, придурок снорковый. Спустя 4 часа вернулся в надежде на контент. А этот твой противогазовый до сих пор эту миссию проходит. Противогазовый твой папа. Противогазовый твой папа, ты мама твоя, мартышка. Сейчас уебать, блядь, уебать! Фу, блядь. Нормально все? Класс. Все сосать. Короче, просроченный, дальше адски тупи в детских играх и пой все заебавшие песни. Ты лучше меня знаешь. О своем протухшем образе, о своей похеренной жизни и угасшей молодости. Прими терпение, лох. Это ты просроченный, я эталон качества. Фишка активирует закрыть транспорт рядом за 200 рублей. Буксуешь, брат! 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 Жуй, Биби Фокс и старая вонючая ламинария! Я так и делаю. It's me. Tomorrow I will dream in green, yellow oceans. Ой, пизда. Тю, ёбаный рот. Бля! Вот, смотря, какой у меня мотоцикл. Смотря. Смотря. Вот такой вот у деда мотоцикл. Поставил зеркала, но... Ой, смотря. Вот такой вот мотоцикл. Вот такой у меня, смотри, что-то.
Смотря, смотря, какой у меня мотоцикл, смотря. Профессионально вот вчера ездил. Такой у меня мотоцикл. У дедушки вот смотря. Это, по-моему, сейчас территории надо захватывать. Дебильная миссия, не буду проходить. Там территории надо захватить, так как вот сейчас параш. Да, вот это, ну вот эта вот дурацкая миссия, мне она вообще не нравится. БМВ для сильных, просто слабые женщины не могут потянуть БМВ. Да. Взял бы нормально БМВ. Проблем бы не было мне. Что? В смысле, чела сбили?